Артефакт инструмента власти, посох, со временем для удобства укоротили до магического жезла, а после и вовсе сделали из него палочку. Соликамцы, если бы у вас в руках оказалась волшебная палочка, как бы вы ее применили? Не знаю, даже не могу сказать. А как же деньги, здоровье, чтобы все были счастливы? Деньги заработают. Здоровье, оно тоже кому что, кому ничто. Я бы нагадала $1 000 000 в свой карман, конечно же, и машину. А работать? А работать? Да потом как-нибудь поработаю. Я себе накал давал богатым. Богатым быть? Да. А работать? Да. И это тоже? Да. Я наколдую себе золотую рыбку. У золотой рыбки попрошу цветик-семицветик. У цветика-семицветика снова последним листочком загадаю волшебную палочку и по кругу. А джин? А как же джин? Не-не-не, там опасно. С джинном очень опасно, с джинном играть нельзя. Вы что, сказки не читали, не смотрели? О, это так неожиданно и так много хочется наколдовать, что прям даже теряюсь сразу. В отпуске я уже была, но еще бы один наколдовала 100%. Сразу же после него, да? Ну да. Вот 3 дня на работе, вот уже... Вот тут. Отвожу на дальнейшее нужное что-нибудь. Она может быть просрочена? Будем следить, чтобы не просрочилась. Нет желания для палочки? Ну, пока такой необходимости нет. У вас в руках мороженка. Можно было бы загадать у волшебной палочки 1 000 000 мороженого? Можно было, конечно. Загадали бы? Загадала бы. Люблю очень мороженое. Добавлю, волшебные палочки стали неотъемлемой частью книг и фильмов о Гарри Поттере. Каждый герой там наделен волшебной палочкой. И герои оказываются в затруднительном положении, если теряют их.